Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racer 2. Так, что у нас тут? Мы с тобой, ага, пляжный кубок взяли. Теперь нужно взять нам с тобой сельский кубок. Так, выставочный комплекс. Ну, поехали. Попробуем здесь, наверное, да? На выставочный комплекс. В плане, я не помню, что, места нету или... Что зависит-то все? Эй! Гонка без места. В плане гонка без места. Так, ну что же. Наберите золото, да? Будем ехать с тобой вот на этой тачке. Так, у нас денег с тобой 75 тысяч. Я могу, кстати, немножечко прокачать. А нужно ли? Я думаю, что нет. Так, время попытки. Да какое время попытки? Нам ничего не надо, никакого времени попытки. Да идите вы. Мы просто с тобой делать будем заезд. И заодно посмотрим, кто против нас здесь. Слушай, я уже забыл, как тут играть-то надо. А? Тихо. Спокуха. По-моему, меня сейчас тут ушатают, ребята. А может быть, не ушатают. Кто его знает, как мы тут с тобой справимся или нет. Слушай, по-моему, тут я первое место занял. Отлично. Фух. Аж прям приятно вернуться в старые добрые времена, ребята. Так, ну что, сельский кубок. Выставочный комплекс мы с тобой прошли. А, нет. Ать. Йо. Тихо, танки грязи не боятся. Слушай, я же забыла, как там у нас использовать эти наши плюшки-то. У нас же там должно быть ускорение или что-то типа того, да? Насколько я помню. Йоху! Найс. Отлично. Так, горючку берем. Слушай, у тебя нет такого ощущения, что экран немножко подергивается? Мне почему-то показалось, что присутствует такая штука, что как будто бы как бы немножко все-таки дергается экран. Может быть, конечно, мне кажется, но плавность как будто куда-то исчезает. Как будто кадр какой-то, не знаю, западает. 25-й. Так, тихо. Йо, горючку. Слушай, ну моя машинка здесь вообще великолепна. Может быть, даже мы с тобой возьмем этот сельский кубок. Я надеюсь на это. Да, топчик. Первая позиция. Такие маленькие коровы. Слушай, ну что? Я... Ребят, я на первом месте? Да? Так, что-то мне тут начисляют. Так, ну что, мы с тобой, наверное, должны теперь фабричный кубок взять. Как ты думаешь? Давай попробуем фабричные настройки. Там у нас торец фабрики и повернуть рычаг. А что вот здесь у нас такое, я не могу понять. Гаечный ключ, ну и что он делает? Ага. Слушай, а мы же можем прокачать, получается, да? Ой, куда вы убрали-то? А верните на место. Мы это можем все с тобой прокачать. Только вспомнить бы как. Бесплатно. Так, а здесь... Нет, заплатим. Так, я еще могу прокачать, прикинь. Ух ты, новое достижение мы получили с тобой. Это тюнинг-эксперт. Слушай, я не помню, как у нас все-таки... На какую кнопку нажимать надо, чтобы у нас зарабатывало ускорение? Серьезно говорю, я не помню, ребята. Я этого не помню. Ну ладно, в любом случае нам нужно с тобой гнать. Потому что фабричный кубок должен быть наш. Что себе тут против меня. Ну мы с тобой неплохо так. Тихо, главное не упасть. Давай, родной мой. Прекрасно. Так, забираем.
Смотри, что мы творим тут. Мы просто круты. Слушай, я всех оставил позади, там фиг знает где они, я их даже не вижу. Конечно же дальше, о чем тут можно говорить, ребята. Вперед и только вперед. Кто-то там вырывается, да? Хочет вырваться, но не тут-то было. А что это такое? Что это я нажал? Давай, 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 родной мой. Ой-ой-ой, тут аккуратно. Так, давай, нормуль, пока все хорошо, ребят. Так, вот это надо было нажимать, не надо было, я не знаю. Где-то там. Что это еще такое? Вот это что такое? Что за фокусы, я не пойму. Действительно страшный какой-то завод у нас тут. Но в любом случае я здесь прошел отлично. Так, нам нужно еще, по идее, одну гонку выиграть, и все будет хорошо. И я надеюсь, у меня получится. Смотри, 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 смотри. Нет! Ай-яй-яй-яй-яй, ребята, ну кто же знал? Ну кто же знал, что... А, я все равно на первом месте? Да ладно. Так, подожди-ка. Так, подожди, а я... Стоп, маленько. Это попытка на время. А что мне... А, заблокировано. А это заблокировано или нет? Слушай, а где у нас тогда соревнования? Вот те самые соревнования. Вот это вот, да? Или вот это все-таки? Гонка. Воскресный чемпион. 4 этапа. Ну что, поехали? 4 этапа. Сейчас накажем их всех здесь с полтычка. У меня же все-таки супердизель. Куда ты? Родной, куда ты? Куда ты так? Ага. Захотел папочку наколоть. Не тут-то было. Иди отдыхай, парнишка. Папа должен быть всегда первым. Даже несмотря на то, что в конце мы погибаем. Так, воскресный чемпион, а? Ты смотри-ка, захотел чего. Так, друзья мои, не подводим. Зачем я нажимаю на кнопку на мышке, и вот мне... Тихо-тихо-тихо-тихо. Слушай, все равно какие-то есть вот... Я не знаю, ребята, микроподдергивание или как это назвать. Не знаю, от чего это такое происходит. Как будто как рывками идет. Раньше такого не было. С чего вдруг это появилось? Так, ну что? Всех укошил. Водитель автобуса молодец. Взял и себя, и всех остальных. А, да куча, чё там уж, да? Плевать на них. Влупляем. Влупляем, друзья мои. Я не имею права здесь проигрывать. Ой. Ой-ой-ой. Куда это меня? Фига, тут еще какой-то банк вылетел. Аккуратненько. Аккуратненько, еще раз говорю. Так, тихо, тихо, тихо. Лишь бы... Ух, нормуль, нормуль. С этими домами, конечно, они тут прикололись. Первая позиция. Тихо, тихо, родной, не надо переворачиваться. Сколько? 4 этапа, да? Это было 3. Последний. Да иди ты. Мы в горах где-то. Вот, лети там в небеса. Блин, там баги не отстают от меня, ты прикинь? Козлы тут всякие высекают. Смотри, что за дурачки тут гоняют. Так, тихо-тихо-тихо, Рэйчик, тихонечко. Давай не будем тут. Упс. Хорош полет над гнездом кукушки. Так, супердизель лучше всех. Еще бы не лучше всех. Я и по времени даже отлично справился. Так, ребята, это был последний, да? Я первое место занял.
Ну, у меня самый дебильный прикид, по-моему, из всех. Так, я получил тут. Опа. Это что такое? А, дорога к легенде. Так, испытание на скоростных спусках. Три этапа. Кстати, я могу открыть вот этот. Опа, денежка. Что это такое? Ускоритель дым. Что-то новое. Что это такое, я не знаю, ребята. Так, можно это открыть. И это можно открыть. Ну, давай посмотрим, что у нас тут лежит. Ох, ё-просто. Так, это все забираем. Что там? Так, ваша оценка может нам обеспечить обновление игры. Я бы с удовольствием, но не сейчас. Не сейчас, ребят. У меня все-таки к легенде. Я к легенде иду. А слушай, подожди, а чтобы открыть там, например, вот новую тачку, вот эту, что нужно? Наберите золото. А как набрать золото? Участвуйте в рейтинговых кубках и продвигайтесь в лигах, выбрав гонка во вкладке кубки. Так, секунду. Гонка во вкладке кубки. Кубки. Где тут гонки-то? Ты что-нибудь понял? Выберите гонки во время кубки, во время гонки. Че там было написано? Я не врубился. Так, а здесь к легенде. Слушай, оу. Так, вот где у нас, вот золото-то. Все правильно, дорога к легенде, да? Погнали. Дорога к легенде. Наберите золото 3, чтобы разблокировать мотоцикл. Слушай, ну по идее вот это золото 2. А сколько у меня в данный момент вообще золота? Где мне посмотреть мои кубки? Извини меня, нигде. Ладно, фиг с ним, ребята, у меня дорога к легенде. Испытание на скоростных спусках, если ты хочешь знать. Это тебе не хухры-мухры. Йох! Ты видел, как я? Посмотри, посмотри на меня. Кто еще так может, кроме меня, а? Правильно, и первое место. Сразу же, вот так вот. Тух, смотри, как там крокодил, он спрятался. Ждал кого-то, да, чтобы перекусить. Так, испытание мужества. Это для меня, ребята. Я люблю эти испытания мужества всякие. Ну-ка. Ё-моё. Тихо. Отлично, шикарно. Ой. Нет. Прекрасно просто. Ой. Разобьюсь. Я свернул, ребята, голову нашему водиле. Твою же маковку. А, ребят, ну как так могло получиться? Эх, надо было там немножко сбросить скорость. Погнали. Да что за подвисание? Все-таки бесит меня это, вот серьезно говорю. Фрезы вот эти вот дебильные. Откуда они вообще взялись? Их раньше не было. Так, первая позиция. Какое место я занял вообще по сложности? Можно мне посмотреть? Первый, я первый, ребята. Так. Еду дальше. Сельский кубок? Серьезно? Да, ребята, выставочный комплекс. Давай посмотрим. Вот это я даю джазу, а? Ай, красавчик. Бесит. Вот фрезы вот эти микро бесят. Я не знаю, с чего они вдруг. Тут бы главное не упасть. Нормуль. Все, первое место. Эти там за мной. Сзади. Волочатся. Ну что же, у нас дальше после сельского кубка идет опять сельский кубок. Четырехколесный парк.
Почему такое название? О, тихо. Фига, я там на заднем колесе, смотри, наяриваю. Да иди ты, смотри, он от меня не отстает, это хлыщ. Давай, 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 опа. Найс. Берем. Так, здесь мы с тобой тоже. Опачки. Ну разве я не крут? Еще как круто. Это, по-моему, была последняя гонка, да? Или все-таки еще... А, еще одна. Петля. Что за петля? С чем связана? С петлей времени? Давай, 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 давай. Ну? Нормулька. А что, интересно, здесь можно... Чтобы у тебя во время этой гонки еще и бензин, что ли, закончился? Я не пойму. Смотри, как я тут вытворяю, ребят. Божественно просто. Ю-ху! Ты вылетел там. Слушай, я должен занять здесь первое место. Естественно. Дрифта откуривает. А мы с тобой продвигаемся. Ать, не доехали чуть-чуть. А это что, новая трасса там будет или что? Я не знаю, что там будет новое. Но пока меня устраивает то, что у нас есть. Болотистый кубок, кстати. Болотистый, то есть это болото у нас. У меня колесики хорошо прокачаны. У меня сцепка здесь нормальная. Так что нам всякие... О, крокодил. Что это еще тут? За мусорные бачки установили. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Ого. Прям по крокодилу проехался. Слушай, ну я вообще тут... Ты глянь-ка, что я тут вытворяю. Круто. Вообще найсово. Хотелось бы посмотреть, когда они приедут. Сейчас подожду, посмотрю. Да, я, по-моему, офигенно от всех оторвался. Даже никого не видно. Прикинь. Абсолютный, так сказать, рекорд у нас. Ну-ка. Ух. Ой-ой-ой-ой. Додурачился, да? Или все-таки умудрюсь я тут их. Е! Блин, да что же за подлагивание вот эти вот. Меня бесят они, ребят. Прям такие вот фризы. Не знаю, вроде обновил игру, все. Тихо, тихо, все. Тихонько, не перевернись у меня. Надо будет потом, наверное, может быть, просто переустановить игру. Так я боюсь, сейвы потеряются у меня. Есть. Все. Так, отлично, ребята. Ну что, у нас еще, по-моему, будет, да, сейчас пещера для туриста и состыковка. Я вам сейчас устрою такую состыковку здесь. Погнали. Состыковка, блин. Давай, 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 родной. Хорошо. Оп, вот здесь вот потише. Мы лучше с тобой по донышку проедем. Чем голову, как говорится, свернуть, да, нам? Вот видишь, вот эти вот фризы, бесит. Ладно, эту серию отыграем с тобой так, а уже... Ё-моё, чё мы тут вытворяем? Машинку какую-то раздавили. Чью-то, не знаю, чью. Вон там. Такие банки консервные лежали, а вон они приехали. Слушай, по-моему, первое место. Да, ребята? Первое место. И... Что это? Новый кубок. Миля Шахтера. Миля Шахтера. А это у нас что такое? Хм. Это мы с тобой выиграем эту тачку, что ли, получается? Ну-ка. Не может быть. А почему не может быть? Все может быть. Фига там, чувак. Смотри, на там наружу. Ого. Парниша. Я смотрю, ты крут.
Он крут, я тебе серьезно говорю, он. Что-то он тут вообще вытворяет. Куда это меня? Ну давай. Блин, неужели проиграю, а? Вот этому ханорику. Перевернись, гаденыш. Ничего себе тут. Да. Я случайно не последний еду, а? Ну и путь я выбрал. Ё-моё. Какая езда на заднем колесе. А чё так долго-то? Мне кажется, что я самый последний, да, еду? Или какой? Второй? О, да тут лава. А, все. Слушай, я... Как... А, я вторым пришел, ребят. Этот уже тут давно сидит, и прикинь? Я не знаю, не знаю, ребят. А, это, наверное, босс, скорее всего, да? Или не босс? Нет, я поехал дальше почему-то. Хм, а чего? Всего одна гонка была здесь. Слушай, нам надо с тобой что-то сделать. Давай-ка мы, наверное, усилимся чуть-чуть. Что это за... Может быть, зря я вкладываюсь в тачку-то в эту? Может быть, нам надо... Так, это же мотор, движок, да? Разгон, да, все дела. Так, ну что, я готов, ребята. Я готов ехать на следующую трассу. Первая передача. Первая, блин, передача. Фига у нас ускорение. Я теперь понимаю, как тот чувачок меня выиграл. У него было прокачанное ускорение. Ну, то есть движок. Вон этот тоже на своей мелкой, смотри, как шпарит. Почему меня вот так закидывают, а их нет? Объясни-ка мне на милость. Да иди ты! Почему вот, смотри, он ехал нормально, а меня все время вперед почему вот так вот заносит? То есть я еду на заднем колесе. Почему у них такого нету? Хотя он на такой скорости там шпарил, что будь здоров. Ты видел, наверное, да? Интересно. Давай проверим еще разок. Видишь, меня постоянно заносит. Ну, поднимает вверх колесо. У него такого нету. Вон он едет себе спокойненько и все. Почему такое происходит? Что с моей машиной не так? Ну тут я их всех сделал. Видишь, как он едет? Он спокойненько едет. Интересно. Чё? А, я первый все-таки, ребят. Ну это классно, это классно. Так, еще чуть-чуть, и мы с тобой выиграем мотоцикл. Хочешь мотоцикл? Я хочу. Чё, я ненавижу воду. Ой-ой-ой-ой-ой, тут с водой, ребята. Представляешь? Куда? Ничего, уйти, стойте! Тихо. Пузырь у меня кончил. А, все, нормуль. Фига там рыбы какие. Ужасные плавают. Твою же дивизию, прикинь. Они все поврезались там. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так-то можно было? Ну, рычик. Ты посмотри, особенно вот этот, который в желтом. Что-то я, по-моему, вообще, ребята, отставший какой-то от всех. Ты посмотри. Я на четвертом месте. Ну и чего? Зашибись. Я не могу ни туда, ни взад, ни вперед, ни назад, ничего. Замечательно.
Ни назад, ни вперед. Трындец, и что делать-то, ребят? Дальше. Так, а дальше никак. Тут все, все. Можно как-то переиграть выход, наверное, да? Зашибись, понижение, блин. Зашибись из-за того, что вот я вот так вот встрял, и там у них нету кнопки, извини меня, какой-нибудь там. Подожди, а где вот у меня машина, где я могу посмотреть все свои эти? Помнишь, там можно было бы выставлять эти всякие... Как тебе объяснить-то? Как они называются-то, я уже забыл. А это что такое? Специальные карты, застава. Я могу попробовать? А, понятно. Где я мог ставить там ускорение или еще что-нибудь? Это же где? В гараже в каком-то делается? Или куда? Блин, я не помню. Прикинь, я не могу вспомнить, где это делается. Тюнинг машины, вот это вот. Все. Блин, вот это жесть. Не могу вспомнить, хоть ты тут тресни. Ладно. Здесь может быть это. Вот тут детали, наверное. Да, точно. А у меня вообще ничего не стоит. Прикинь, вообще ничего не стоит. Вы что, серьезно, что ли? Так, увеличит это сцепление, это понятно. Ускоритель мощности для колес. Ставим, конечно же, ставим. А это что такое? Силовое ускорение при идеальном приземлении после большого прыжка в воздухе. Увеличьте урон, наносимый разрушаемым объектом. Зачем мне это надо? Вот так вот, наверное, мы сделаем. Да, ребят? Фабричный кубок. Что значит фабричный куб? Так, а я здесь был или нет? Так, давай. Что-то у меня такое ощущение, что мы тут с тобой так резко как-то едем, да? Ну резко это и хорошо. Давай, давай, давай здесь. Главное не перевернуться нам назад, и все будет окей. Отлично. Ну что, первый, как говорится, заезд у нас удачный. Естественно, едем дальше. Сколько тут вообще будет фабричных кубков этих? Пока непонятно. Пока непонятно. Упс. Давай вот здесь вот. Шикарненько. Давай, родной мой, эту мы штуку трогать не будем. Слушай, меня что, обратно сбросили, что ли? Или это? Мы же были на этой фабрике. Я же помню эту фабрику. То есть мне вот из-за этого всего придется вот это все заново проходить? Да ну, быть такого не может. Ну-ка. Блин, я все хочу на ускоряшке, и не получается у меня. Тихо, вот тут вот. Чувачок там сдох. Ну это шикарно. Видишь, как надо. Как профи еду. Так, не ловите меня. Божественно. Так, сейчас мы с тобой тут аккуратненько. Ё-моё, я уже думал, сейчас разобьюсь. Нет, отлично получилось. Так, ребята, первое место. Беспрецедентное. Так. Слушай, я ведь могу открыть здесь. Воу. Конечно, разблокировать новый автомобиль, ребята. Это же мотоцикл, да, я так понимаю? Деньги. Так, зимние шины. Колесный. Слушай, подожди секунду. Подожди секундочку. Где у меня... Где у меня гараж? Просто это все позабывал, ребята. Абсолютно все позабывал. Что у нас тут? Тоннели новые. Тут что-то денек. А, день гонок и веселый город. Это все хорошо. Покажите мне, блин, где мой гараж с машинами. Ё-моё, вот.
А, так это только вертушка открылась. Перевернулся автомобиль — не проблема. А здесь нужно 3 золота, да? Блин, я представляю, на танке ехать. Прикинь. Или вот на этом колесе. Я вообще не знаю, как это вообще возможно, ребят. Так, ладно. Следующая машина у нас будет, когда мы с тобой возьмем 27 тысяч кубков. Потому что в данный момент у нас с тобой 24 тысячи, ну, с половиной, грубо говоря. Ладно, погнали. Некогда, как говорится, жамкать, нам нужно с тобой дела делать. Все-таки испытание падения. На скоростных гонках, ребята, испытания у нас. Я втопил. Ох, ничего себе. Стоямба. Что такое? Потише, потише, родная. Давай. Хорошо, летим. Есть контакт. Сосунку всех позади там оставил. Круто. Так, сейчас еще гонка, да, у нас? Еще, конечно же, гонка. Готовимся, ребят. Так, не выпендриваемся сильно. Упс. Тут аккуратненько. Ай! Успеем. Успеем сдохнуть, ё-моё, успеем. Водитель разбился. Ай, зачем же так надо было сделать, а, ребят? Ну я не хотел просто врезаться в полено, которое там торчало. Меня только это и смутило. Ладно, надеюсь, если мы сейчас с тобой возьмем первое место, то мы будем первыми. Но тут главное победить. Есть контакт, смотрим. Супер дизель лучше всех. Так, вы мне покажите, пожалуйста. Да, да, ребята, мы с вами на первом месте. Круто. Чуть-чуть продвинулись. И мы чуть-чуть продвинулись. С деньгами, конечно, беда у нас. Всего 11 тысяч. Я готов, я готов. Йо-хоу. Посмотри, посмотри. Я как бешеный просто. Со скоростью света. Пускатель догоняет меня, да? Шиш там у них что получится. И я первый. Рагихан какой-то там сзади. Интересно, это реальные игроки или нет? Или это мобы? Если знаете, ребят, напишите мне в комментах. Ну-ка. Вот скажи, зачем я нажал опять на кнопку на мышке, если я знаю, что это специально срабатывает тормоза, если я на нее нажимаю? Так потому что она под рукой у меня, вот почему я нажимаю. Тихо. Йо-хоу. Нормуль. И горючка, и все у нас с тобой есть. И коровы маленькие стоят. И победа за нами. Хоба. Прикинь? Блин, я уже думал... Автобус еще этот дурацкий. А почему, подожди, подожди, а почему опять петля 9? Мы же проходили эту петлю 9. И вот это все. Не понял юморка я. Я не понял юморка, ребята. Мы с вами играли. Я помню эту трассу. Петля 9. А, может быть, они просто повторяются? Скорее всего, да, ребят? Ну ладно, не страшно. По знакомым, так сказать, трассам даже приятнее ехать. Да что ж ты все переворачиваешься-то, а? Так, ребят, должно быть первое место у меня, да? Угу. Так, еще немножечко мы с тобой откроем новую трассу. Ну что, давай поехали. Покатаемся. Магнитная что? Цепь? Падающие контейнеры. Ну давай посмотрим. Какие тут контейнеры еще падающие. Что себе меня закинуло, прикинь? Ох, ё! Вы... Тише, тише, тише!
Похищает пришельцы. Да, не надо переворачиваться. Давай, 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 поднажми, поднажми, поднажми. Вот тут опасно, ребят, тут можно разбиться. Так, рычаг активировал. Едем. Есть. Ух, да, это, конечно, серьезная трасса на самом деле. Там затягивает, тут поднимает. Поехали. Да куда ты? Что ты? Он взял и остановился. Затормозил, ребята. Ой, ёпрсте. Ну ты сам видел, это просто, ребята, фарт. Это какой-то фарт. Да меня опять. Тихо-тихо-тихо-тихо. Едем, едем спокойнее, спокойнее. Куда меня подкинули? Так. Слушай, шикарно. Набираем обороты. Так, меня сейчас тут. Нет, тут меня отпустили. И первое место. 3+3. Замечательно, друзья мои. Так, ну что, еще, наверное, да, у нас будет с тобой трасса одна, я так понимаю. Да, запуск называется. Запуск. А чем мы тут запускаем с тобой, скажи-ка мне на милость. Ух, тихо, нет. Вот это было трэшево. И несмотря на это, ребята, я все равно первое место занял. Нифига там, чувачок. Слушай, а, кстати, а где вот это все приобретается? Скажи-ка мне на милость. Так. Ребята, новый кубок. Зеленый кубок. Да. Хорошо, мы тут с тобой развлеклись сегодня. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами на этой ноте закончим это видео. Надеюсь, вам понравилось. Если да, лайкосик. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видосиках. Так что всем пока и до скорого.